Приветствую, уважаемые зрители, меня зовут Флоки, и мы продолжаем играть в суперкрутую игру Cats. Собственно, в прошлой серии, вы помните, мы прошли на третий этап турнира, и я вам хотел кое-что там сказать. Я немножечко ошибся в прошлой серии. Сказал то, что с перехода там должны дать какой-то сундук, там было написано то, что супер ящика дали легендарный. На самом деле здесь не уточняется, какой ящик дают, так что, ну, на самом деле я неправильно подумал в тот раз. Просто здесь, видите, супер ящик нарисован, а дали легендарный, из-за этого я так подумал. Вот, так что на это не обращать внимания. Еще в сегодняшней серии хотел вам показать то, что здесь у нас получается... Ох, тут показывается, кто у нас перешел на следующий этап. Ну, классно. Собственно, я хотел показать то, что здесь также есть рейтинг. Вот сейчас мы находимся в деревянной лиге. Здесь нужно набрать достаточно много вот этих вот... Что это? Даже не знаю, что это такое. Какие-то синенькие котики или что это. Ну, короче, пофигу. Будем пытаться набирать, потому что здесь за каждое место дают различные награды. Сейчас мы находимся там, где дают... Какой-то ящик просто, который за 2 часа открывается, мы его можем просто в быстром бою выбить. Давайте посмотрим, что мы здесь можем крутого сделать, потому что мне выпал титан офигительный, 4 уровня, аж представляете. Сейчас мы тогда на него, наверное, поставим какую-нибудь ракетницу, и вместе с этой ракетницей, я думаю, мы поставим циркулярку. Если у нас, конечно, хватит, потому что здесь, видите, у нас тут получается один только слот, так что не получится нифига поставить. Блин, ну ладно, пофиг, что такого-то. Здесь вообще эта циркулярка для валуна только. Ну, не особо повезло. Ну, давайте мы сейчас попробуем вот эту вот ракету поставить. И ее улучшим вот этой вот ракетой. И вот этим вот. Да, и все, у нас 14 урона есть. Попробуем сыграть именно с ракетной штучкой. Ковшик мне еще никакой не выпал, еще ничего интересного там нет. Так, здесь у нас для катера, здесь у нас для классики, здесь для проныры. Ну, возьмем вот так вот, я думаю, что такого-то. Они все равно самые мощные пока что, которые есть. И дальше я, по-моему, уже все сделал. Блин, у меня сейчас столько много энергии остается. Жалко, что нельзя еще что-нибудь прицепить. Блин, увы. Ну ладно, попробуем с ней сыграть. Попробуем в быстром бою, потому что... В чемпионат пока что лезть не хочу. У чувака, блин, конечно, урон побольше, чем у меня. И, боже, такие неустойчивые колеса. Я, наверное, зря это все сделал. Ладно, особо какой-то неудачный случай у нас получился. Сейчас мы исправим. Я вообще думаю, наверное, титан мы не будем брать, потому что у меня еще нет такого мощного оружия, чтобы заняло здесь всю энергию. Возьмем, наверное, вот это, да? О, да, прикольно. Возьмем ее. А это что? Для жала. А у меня жало там есть одно. Давайте посмотрим. Воткнем, что ли? Ух ты, здесь можно вообще сразу 2 оружия. Вот это вот реально офигительно. Поставим вот сюда. Такс. Можно улучшить попробовать, только... Ну, наверное, так сделаю. Пофиг. Вот, поставим дальше... Что у меня тут есть что-нибудь для валуна? А, ничего нет такого. Ну ладно, давайте это поставим и вот это. Не упадет, надеюсь. Ну, хотя, можно так. Нет, вот так и вот так. Ну, надеюсь, точно не упадет, и можно отправляться в бой. Самое тупое тут только то, что у меня не особо много хп. Ой, а что это я пропустил? Блин, денежку потратил случайно. Ой. Сможем выиграть или как? А, да, смогли, отлично. Урон у нас дофига, так что это очень классно. Но вы заметили то, что медленно едет. Нужно поставить другие колеса, потому что реально медленно ехал он как-то. Так что не особо классно. Так, поставим, наверное... Блин, ну тут все равно как-то они странно все ставятся. Я не знаю, может 2 бигфута вообще поставить. По 15, здесь 20, здесь 15. Ну нет, это как-то невыгодно. Давайте еще раз быстрый бой. Мне как раз сундук еще за это дадут. Ух ты, а вот этот чувак вообще жестко сыграл. Ладно. Нового найдем врага, потому что с этим не особо повезло. Просто время как бы на это тратить не буду. Зачем, если можно просто выйти? Вот этого вот мы офигенно начали выигрывать, но потом он нас задавил, потому что у него дурацкая классика, которая против валунов и проныр просто вообще очень жесткая. Вот, еще раз чуваку проиграли. Рейтинг наш падает, я не знаю, блин. Что-то мне как-то не особо везет. Давайте еще раз попробуем. Вот эту мы должны выигрывать, я думаю. Да, отлично. Выиграли титаны, это супер-супер классно. Хоть кого-то мы выиграли. И чё, мне дают какую-нибудь награду, чтобы я уже смог ящик свой первый начать открывать? Отлично. Начнем открывать. Рейтинг у меня повышается. Когда повышается, как бы здесь у меня такая стрелочка наверх. Ну что, попробуем что-то чемпионат сыграть. Потому что в чемпионате что-то у нас все очень плохо. Мы на последнем месте, потому что еще ни разу даже не играли. Здесь нужно 12 раз победить. Но это будет сложно. Хотя враги здесь, как вы видите, не особо крутые. Кто-то вообще просто поставил этот свой катер без колес, без ничего. Странный парень.
Здесь мы проиграли, потому что у чувака, ну, помощнее, чем у нас, а этот вообще какой-то жесткий. Блин, ну зачем ты едешь назад? Мне кажется, сейчас за два удара мы умрем. Капец, у него так много хп и такая мощная циркулярка, это вообще капец какой-то. Ну ладно, не повезло, с другим повезет, надеюсь. Так, у этого ракета дурацкий, это дурацкая классика, которая меня снова завалила. Эх, не повезло. Ладно, вот этого парня мы выиграем, потому что он как-то колеса странно поставил, что аж в самом начале перевернулся. Так, здесь у нас у чувака есть ковш, и он еще играет классик. Но он так классно настолько что подвинул, что, блин, мне кажется, что сейчас я его... О, нет. Когда обрадовался, но не повезло. Эх, снова меня убили. Пока что я могу сделать вывод, то, что наша тачка не супер крутая. Ее нужно еще как-то модернизировать, чтобы других чуваков выиграть. У этого вообще сразу два оружия, вы серьезно? Как я вообще его буду выигрывать? А нет, мне повезло. Он перевернулся, и меня только бил его циркулярка. Этот вообще мощный какой-то парень. Так что шансов здесь у меня не особо было. Здесь хп у чувака дофига. Что ж мне так не везет, а все какие-то мощные чувачки такие. Капец. Ладно, дальше пытаемся. Ну, мы точно уже следующий этап не пройдем, потому что, ну, тут понятно то, что мы столько раз проиграли, а всего боев здесь 14, если я не ошибаюсь, да? И последний бой. Ну, не знаю, этого сможем выиграть или нет. Ну, этого тоже не смогли выиграть. Эх. Хотя, нет, мы его тоже не смогли выиграть. Сейчас меня уже задавит этот вот грузовичок. 5 боев всего лишь выиграли, это очень-очень печально. Ну, я бы за эту серию, конечно, хотел пройти как бы этот этап, потому что, ну, реально охота. Чё я буду сидеть тут как балбес? Тут до окончания 2 часа, и вот эти вот можно набирать медальки, и как бы если я наберу 11 медалек, или ну, 12-13, то я спокойненько смогу всех обогнать, и через 2 часа меня самого перекинет. Но, скорее всего, лучше будет, ну, как бы... тачку свою модернизировать и пытаться выигрывать. Конечно, если не получится, то ничего страшного. Можно в следующей серии попробовать, когда я пару сундуков открою. Может быть, блин, попробовать проныру. Тут для шкифа что-то дают. Дополнительные сердечки. Так, это что у нас? Где шкиф это? Вот шкиф. О, как раз тут плюс 20 для проныры. Вообще идеально. Так, мы, наверное, сделаем так и вот так. У меня нормально так сердечек. Потом мы посмотрим, что у нас можно по оружию взять. Это для валуна. Здесь, ну, нормально так. И 6 ровно занимает. Ну, собственно, вот у нас какая-то такая тачка получилась. Не знаю, сможем мы выиграть или нет. Давайте попробуем. Так, битва. И мне нужно выиграть 12 боев еще раз. Окей, снова с нами первый самый чувак, у которого вообще что-то как-то мало всего. На самом деле у нас на валуне помощнее была вот эта дрель, потому что, объясню, у меня получается, как вам сказать-то, там бонус на валуне, потому что он легендарный, плюс 100% к дрели, из-за этого в два раза мощнее она была, 28, а не 14, как здесь. Ну блин, этого чуваку мы тоже проиграли, блин, слишком мало атаки у нас, если честно. А, нет, мы все-таки смогли. Смотрите, сколько у нас мало хп осталось. Это вообще капец. Так, а тут мы проиграли. Эх, классика, которая жестко просто вытаскивает всех этих проныр и валунов. Здесь тоже проиграли, можно сразу пропускать. Здесь тоже проиграли. У этого и сердечек больше, и атака мощнее. Ну, что ж все такие мощные-то, а? Да, жесткие чуваки попались в чемпионате, на самом деле. Вообще капец какие-то. Мы уже просто 9 минут сидим и вообще не можем никого выиграть. Блин, а с этим воюем просто, он вообще какой-то... Сейчас еще меня сдвинет, наверное, я еще проиграю. Ну нет, хотя все-таки я справился. Отлично. Окей. Дальше. Этот вообще как-то странно так поставил вот этот вот импульс свой. Ну, вообще реально тупо, он даже не касается врагов. А здесь мы сможем выиграть? Я думаю, то, что да, потому что хп больше, но атака одинаковая. Но все-таки у этой циркулярки есть плюс перед другими оружиями. Как-то она так наносит урон, ну, количеством, то есть, и из-за этого может немножечко раньше это сделать. Так, здесь, блин, я даже не знаю. Ну, мы все-таки смогли, отлично. И титан, последний бой. Ну, ребята, скажу так, то, что в этот раз хотя бы мы смогли сделать на одну больше побед. Может быть, сейчас на две даже. Да, на две больше. До этого мы 5 сделали, сейчас 7. Так что мне дали 3 медальки, это хорошо.
И мы уже переходим на пятое место. Отлично. Ну, как на пятое и на четвертое, как бы здесь вот у этого Адиля тоже столько же. Так что все окей. Блин, я на самом деле не знаю, что можно сделать с моей тачкой, потому что, ну, блин, у меня мало кристалликов, сундуки как-то нет смысла набивать. Давайте мы попробуем просто в быстрых боях поиграть немножечко. Попробуем навыбивать сундуки, и уже в следующей серии я попробую их подготовить все, откроем, и там уже посмотрим. Может быть, как-то получится модернизировать нашу тачку, и мы сможем уже нормально, ну, тащить на этом нашем третьем этапе, потому что пока что явно жестко у нас что-то не получается выигрывать здесь. Ладно, здесь у нас чувак, который на классике, и который нас вообще супер быстро мочканул со своим 50... со своим уроном 54. Это вообще капец. По сравнению с моим 14, это жестко. Так, здесь... Ну, здесь все-таки... Ну, я думаю, у нас есть шанс победить. А, ну все, отлично, мы выиграли. Он еще и перевернулся, так что его циркулярка нас не доставала. Отличненько. Знаете, я, кстати, наверное, понял, для чего нужна эта серия побед. Чем больше серий, тем больше нам дают вот этих вот синих кошечек. Скорее всего. Ну, мне показалось так. Давайте сейчас, если мы этот бой выиграем, то я уже точно скажу. Блин, хотя, знаете... Что-то мне подсказывает, что этот бой мы, наверное, не выиграем. А, нет, блин, так мало хп осталось, но мы все-таки смогли выиграть. Ну да, видите, награда за серию. Чем больше у нас получается побед в серии, тем больше мне дадут вот этих вот котиков. Отлично. Сейчас у меня две победы, если мне до этого дали 11, и сейчас мне дадут, получается, больше, то значит, это я прав. Ох, такой хитрый парень. Ну ладно. Ну все, серия побед окончена, и мне снимают, получается, мои вот эти вот синие кошечки. О, какие-то спонсоры. Ох ты, здесь мне дали ящик с детальками. Отлично. Ох, мы сейчас дофига отсюда можем чего набрать, на самом деле, и потом уже апгрейдить нашу тачку. Ну что-то все вещи какого-то маленького уровня, реально. Ну только вот это колесо нормальное. Что, это Бигфут или что? Давайте посмотрим. Или это... А, нет, это не Бигфут. Это шкиф. О, как раз мне шкиф нужен. Потому что у меня тут для шкифов же получается. Да, для шкифов плюс 20 к сердечкам. Ну, отлично. Хоть какая-то вещь уже более-менее прикольная. Ну, что, давайте в бой, что ли, отправляться. Мы также будем набивать наши сундуки, а потом уже можно будет заканчивать серию, потому что... Ой, я случайно снова пропустил, потому что, ну, пока что... Ой, извините, у меня тачка не супер крутая. Смотрите, как он хитро поставил свое колесо, это вообще капец. До него даже докоснуться невозможно. Вот это, кстати, нужно запомнить, потому что реально прикольная тактика. Это реально вот прикольная тактика. Можно так запоминать своих соперников и вот эти тактики все использовать. Я на самом деле, может быть, в дальнейшем, если... Ну, мне игра не будет надоедать, хотя она мне сейчас супер-пупер нравится, и я не думаю, то, что она мне просто быстро как-то надоест, то я, может быть, буду снимать какие-нибудь тактики для различных этапов, вот, то есть, ну, мне кажется, это будет интересно, потому что я думаю, то, что эта игра, ну, она реально крутая в плане того, то, что это такой жесткий конкурент для Clash Royale, а Clash Royale сейчас, ну, реально слишком популярная. Там, наверное, в любой школе каждый школьник, получается, ну, где-то до 4 класса или там до 8, они реально разговаривают только про эту игру. Это потому что, ну, не знаю, она как-то так жестко пропиарилась среди, ну, не таких высоких, таких взрослых чуваков. Я просто, ну, как-то фигово я разговариваю, так что не обращайте на это внимания. Вот. Ну, она реально пропиарилась, хотя в нее играют и дофига взрослых, если честно, но все же, ну, основная аудитория все-таки школьники. Вот, так что, ну, блин, мне кажется, то, что вот эта игра действительно с ней может спокойно конкурировать. Я даже читал отзывы у этой игры, и честно скажу то, что там вот чуваки, которые писали то, что, типа, у этой игры есть реальный потенциал на то, чтобы обогнать Clash Royale, и, блин, вот эти слова просто реально меня вдохновили на то, чтобы снять эту игру. Просто, ну, я очень давно ждал какую-нибудь такую прикольную игру на мобильное устройство, чтобы ее можно было снимать. Потому что я играл и в Clash Royale, но, блин, что-то я посмотрел, реально дофига народу по этой игре что-то снимают. Вот эта игра особо недавно же вышла. Кстати, тут такой лазер у него только что был на голове у этого котенка. Вот, эта игра относительно недавно вышла. Я видел только у одного чувака пока что эту игру, у Кристалла. И вообще, на самом деле, расстроился то, что хоть кто-то раньше меня снял эту игру. Ну, блин, уж подумал, пофиг. Думаю, может быть, ему когда-нибудь надоест, а я так и продолжу эту игру снимать и все-таки
аудитория этой игры будет у меня. И вообще будет супер классно. Вот, окей. Мы уже 15 минут ничего абсолютно не делаем. Я не знаю, как эту серию сейчас назвать. Мне что-то даже с ящиками не везет. Одни ящики на 2 часа. Вот, так что, ну, будем пытаться, чё уж. Надеюсь, что-то из этого получится. Вот. Я открою все эти ящики в следующей серии. И вот я просто жестко надеюсь, то, что мне что-то крутое выпадет. Потому что, ну, блин, реально, у меня ни одной дополнительной фигнюшки нет для тачек. Ни одного ковшика, ни одного импульса, ни одной там ракетницы или нитро, как это называется. Вообще ничего нет. Мне вообще что-то с этим не повезло. Блин, ну это вот так тачка модно выглядит. Просто что-то мне нравится, капец. Эх, какой хитрый, а. А, не достает. Ой, достает. Ой, ой, как мы жестко выиграли. Вот это вот офигительный бой был, потому что мне здесь реально жестко повезло. Вот, у нас уже 4 победы подряд, и мне уже 18 дают этих котиков. Так что это супер классно. Окей, давайте еще сыграем 2 игры, получается, и все, тогда мы сможем получить последний наш сундук, и все будет прикольно. Ох, ох, что это классика, ребята. Как же с ней тяжело воевать на Проныре или в Луне. Не знаю, как она с Титаном справляется, но мне кажется, все-таки Титан такой громадный на нее никак не заедет. И снова классика. Ну, у этого что-то одно колесо, так что было легко. Окей. Серия наша, к сожалению, сбилась, но это не особо важно. Пока что я не слишком жестко стремлюсь вот набирать вот эти вот, получается, этих синих кошечек. Вот, окей. Сундуками не особо повезло, но я потом без ролика понабиваю те, которые на 6 часов, и их тоже подготовлю к следующему ролику, и, собственно, там мы уже все откроем, и я постараюсь выбить что-нибудь прикольное, посмотрим, как мне повезет, и потом мы уже сможем проапгрейдить тачку, и, надеюсь, мы сможем пройти этот 3-й этап чемпионата. Как вы видите, по времени я здесь никак не смогу занять первое место, потому что здесь, видите, у него 12, получается, а у меня только 7. Так что, ну, блин, как бы тут без шансов. Я играть не буду без записи, без вас в этот чемпионат. Так что все сделаем в следующей серии. Ладно, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подсказывайте мне в комментариях. Буду все обязательно читать, на все отвечать. Всем удачи и пока-пока.